Казанском университете уже с 2011 года проводятся курсы татарского языка для широких слоев населения. В этом году ВУЗ открывает бесплатные курсы совместно с комиссией при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка. Все подробности далее. Курсы будут проходить в течение 3 месяцев с конца февраля до конца мая и будут проводиться 2 раза в неделю по 3 часа. Курсы будут организованы по уровню и владению курсиста татарским языком. Будут курсы А1, как мы говорим, значит, нулевое владение языком. Также будут курсы по Б2, это уже владеющие татарским языком, которые хотят усовершенствовать свой язык. Сейчас идет запись на эти курсы, и запись продолжится до 21 февраля. И предварительно 25 февраля мы планируем начинать данные курсы. Курсы будут вести высококвалифицированные кадры по татарскому языку, кандидаты и доктора наук. Преподаватели очень умело дают язык для широкого населения и даже организуют разные мероприятия. Например, своими группами ходят в театр, на уроках обсуждают эти спектакли, также применяют разные методы обучения татарскому языку. Конечно, основной метод у нас – это коммуникативный метод. Мы учим говорить на татарском. Мы не даем грамматику, мы не даем синтаксическую систему татарского языка. Все это дается на примерах. Как бы у нас, кстати, был такой учебник у Каюма Насыри «Татарский язык в примерах», и мы тоже обучаем татарский язык в примерах, в предложениях, чтобы люди сразу заговорили. Также на эти курсы с удовольствием ходят иностранцы. В основном они студенты Казанского федерального университета. Когда мы говорим, почему, если они не филологи, зачем им татарский, они говорят, мы вот несколько лет живем в Татарстане, и по окончанию университета хотим увести с собой и диплом казанских вузов, и татарский язык. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.